Первое задание. Только не убивайте. Вейлон, шлепни Эдди по его шикарному попцу. Сука. Итак, Эдди и Вейлон должны... Да, блин. Так, Эдди и Вейлон должны, ну, как сказать, гулять под ручку. Майлз должен будет забрать Вейлона из рук Эдди, после чего тут может немного портраматизировать по несколько раз. Примерно 3 будет достаточно. Пытается вернуть Вейлона, на последнем разе у него должно выйти, после чего Майлз одобрит. Майлз танцует что-то типа медленного вальса, а Эдди рядом стоит с ножом в руке и недовольным выражением лица. Окей. Здесь у нас довольно много заданий. Первое. Ашер держит парку, как в Титанике, но внезапно первое оглядывается. Отпускает Вейлона и, подтолкнув того, убегает в сторону. Именно тот момент, когда в кадре показывают злющий Эдди. Хорошо. Хорошо, второе задание. Парк умоляет Майлза отдать ему камеру. Верни камеру. Нет. Третий вопрос. Парк решил спросить Глускина о его детстве. Эй, как бы, Таня? Вейлон украл у Эдди нож и стал запугивать Тим Апшера и Глускина. Так, пятый вопрос. Майлз просит Парка выйти за него замуж? Вейлон, я хотел тебе кое-что сказать. Выходи за меня. Нет, а почему бы Майлзу не обнять Эда? Нет. Поцелуй, Майлз. С радостью. Нет. Сиди, играй в присапку. Майлз нервно кури в сторонке, а Эд, сиди и держись за голову, типа, куда я попал. Все должно закончить тем, что кто-то предложит нажраться. Вейлон родит девочку. Для Эдди. Вейлон, ты рожаешь. Что? Девочку. Что? А лучше мальчика. И чтобы Парк после этого обязательно показал на Майлза. И сказал Эдди, что это их сын. Наследничек. Чу-чу-чу-чу-чу-чу.
Итак, номер один. Пусть у Майлза будет хмурое выражение лица, а Вейлон поднимет уголки его губ, только пусть брови будут такие же хмурые. Мой второй ТП – Майлз Вейлон. Пусть Майлз тащит Вейлона за талию, можно через плечо перекинуть, конечно, но это будет лишнее. Эдди бежит за ним, за ними, с ножом приговаривая, какая же Вейлон шлю, нехорошая жена. Вейлон и Майлз лежат под одеялом, и в этот момент в комнату зашел Эдди. Комментарии излишни. Эдди и Майлз пытаются прикапить Привет. Вейлона, пока он не выберет кого-то из вас. Алло, Лиза. Чмокните Вейлона в щечку. Пусть после этого упадет в обморок. Реакция на фанфики с вашим участием. Эдди, спой любую свадебную песню. Билана, Крида, хоть кого-нибудь, главное от души. Моя невеста, ты моя невеста, и если честно, мне с тобой так повезло. Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно, это наиболее сон. Сейчас 6 вопросов. Первый. Вейлон, ты любишь Эдди? Да, нет, покажи свои отношения, как ты его любишь, не любишь. Ну, конечно, она любит меня. Мы с ней прекрасная пара. Она моя любимая жена. Я мужик. Я очень тебя хватит люблю. И ты меня любишь, я знаю. Хватит. Короче, все ясно. Хватит. Второй вопрос. Мужик, я тоже Ребят, люблю. вы любите котиков? Мяу. Третий вопрос. Майлз, ты бы хотел отомстить Вейлу после того, как... После того, что случилось. Думаю, нет. Вейлон, ты чувствуешь вину перед Майлзом? Эдди, невеста нет, детей нет. Как жить? Да как же нет? Есть. Майлз, как там Валька поживает? За аренду платит? Никак. Иди, поцелуй Вейлона. Нет, нет, нет.